Я думаю, что все-таки чемпионат мира в тяжелом весе, который транслируется в более 150 стран мира в прямом эфире, и я думаю, что очень много любителей бокса после поединка, опять же, с Александром Поветкиным в Москве, в России, наверняка хотели бы понаблюдать, что же будет этот спортсмен, который выиграл у Александра Поветкина, делать дальше, какие будут его поединки, что будет происходить. Это мое мнение. Правильно или нет, это судить поклонникам бокса. Но у меня есть свое мнение, которое я хочу высказать. Вам жалко, что не будет в России трансляции? Мне очень жаль. Мне очень жаль, что в России не будет трансляции поединок Кличко. Я когда об этом узнал, меня это очень сильно расстроило. И я уверен в том, что спорт должен объединять наши народы, а не разделять. Так как политика это делает. И так как политики это делают. Столкнуть лбами и разделять. Но я уверен, что в конце концов так было всегда в истории. И допускаются сегодня ошибки исторические, которых нельзя делать. Потому что в истории люди все-таки не дадут, и политики не дадут столкнуть лбами. Или это будет происходить кратковременно. И политики в конечном счете проиграют, а народ выиграет.